полтора года после моего последнего визита. 两国政治互信不断深化，战略协作密切有效，双边贸易额创历史新高，正不断朝着我们共同确定的2000亿美元目标迈进。从2013年至今的10年里， 我同总统先生先后42次会晤，建立良好的工作关系和深厚友谊。明年是中俄建交75周年，中方愿同俄方一道，准确把握历史大势，顺应世界发展潮流， 始终立足两国人民根本利益，不断充实双方合作的时代内涵，体现大国担当，为助力两国发展振兴、维护国际公平正义、促进世界和共同发展贡献力量。 Ваша идея широкого сотрудничества между странами исторического шелкового пути, выдвинутые 10 лет назад, действительно получило очень хорошее развитие. Посмотреть год к году, мы... каждый из лидеров любой страны, когда в сфере экономики, развития что-то планирует, конечно, стремится к тому, чтобы это было реализовано. Но мы никогда на 100% не знаем, как это будет получаться. У наших китайских друзей, у Китая под вашим руководством, у вас это получается. По календарному году. В нынешних непростых условиях особенно востребована тесная внешнеполитическая координация, что мы и делаем. И сегодня мы это все тоже обсудим. Все, в том числе двухсторонние наши отношения. Сегодня.